Так, друзья, зашла в зоомагазин Алиски купить вкусняшек на 350 рублей. И тут по акции было 3 по цене 2. Вот. И, собственно, вот такие вот мурмиксы, они по акции. Взяла с курицей и сыром. Это мы не пробовали еще вкусняшку. Также взяла для здоровой кожи и шерсти. Тоже это мы пробовать новинку будем. А вот эти я уже брала ей для ухода за зубами. Она их обожает. Это такие риски мясные. Просто с ума сходит по ним. Но еще наполнитель взяла. Тоже 89 стоит. И взяла еще вот такую штуку для свиней. Как вы знаете, свиньи у нас болеют. Жорику стало хуже. Вот. Взяла вот такие витамины. А у Алиски такие есть. Мне нравится результат. Мы с ней принимаем. У нее много витаминов всяких. То есть с этим проблем нету. Вот взяла для свиней попробовать. А может быть, они даже и не будут. В общем, на пробу. Потом расскажу, как вообще результат есть или нет. Потому что кошачья вот эта омега нам понравилась. Вот, так что такие вкусняшки. Привет, народ! Еще хотела вам рассказать. Даже не знаю, вот прям хочется рассказать, но пока не могу. Не могу вам все заранее выдавать все секреты. Прям вот мне подмывает рассказать, но не могу пока. Могу единственное сказать, что с 22 мая я на работу вышла. И видео, возможно, будут выходить реже, то есть одно видео в неделю. Ну, я, конечно, буду стараться по 2 видео в неделю, но сейчас просто много всяких разных событий происходит, как раз-таки, которыми я очень бы хотела поделиться, но пока не могу выдавать все секреты сразу. Вот, поэтому постараюсь почаще, но не гарантирую. Вот. Но стабильно одно видео в неделю я планирую. Вот, поэтому пока что так. Очень хочется поделиться, но пока не могу, пока не свершилось, не могу. Вот когда буду уверена, что все уже, все свершилось, да, случилось, все, тогда поделюсь. Вот. Но безумно просто хочется рассказать, но не могу. Просто очень много хороших событий в жизни происходит. И таких положительных. Прям удивительно, что черная полоса сменилась белой. И она такая огромная, эта белая полоса. Вот. Кстати, одну новость могу рассказать. Помимо того, что я вышла на работу, в воскресенье 27-го меня пригласили на одно мероприятие побыть моделью размера плюс. Вот, я постараюсь вас взять с собой. Думаю, что там можно будет поснимать. В любом случае, фотки наверняка появятся у меня в Инстаграме на моем личном, на моей личной страничке. Вот, и постараюсь, конечно, какой-нибудь кусочек вставить во влог. Вот, влоги все-таки будут. Немножко отойдет на задний план остальное видео, там какие-то постановочные, да, обзоры, мастер-классы DIY, что-то такое, потому что все-таки для этого требуется время и свободное место, или даже так, место и свободное время. Вот, поэтому, надеюсь, с пониманием отнесетесь. Я подлечила палец. Да, ставим пальчики. Кто хочет знать все секреты мои. Друзья, Алиска мучается всю ночь.
А почему она мучается? Потому что мамка всю ночь что-то делала. А делала она, что у нас сегодня суббота. Я немного торможу. Сейчас вы поймете, почему. Точнее, у нас сегодня уже воскресенье. Почему? Потому что почти 5 утра. Воскресенье. Я только что закончила монтировать видео. И теперь я могу с чистой совестью идти ложиться спать. Вот. Я думаю... Так, Алиса ушла. Ой. Так вот, друзья. Надеюсь, я не слишком уставшая выгляжу. У нас уже 5 утра. Ровно. Так вот, что я хотела сказать. Почему я так поздно, точнее, так рано ложусь? Я думаю, что вы поняли уже из первой части видео, что я вышла на работу. И с работой мне совершенно не до компьютера. Просто приходишь домой, и компьютер у тебя уже вот здесь вот находится, потому что я работаю целый день за компьютером. И, ну, какие-то видео смотреть, что-то загружать, что-то монтировать. Вообще-то, ну, не то, что ты не думаешь об этом. Вообще мысли не возникает, что что-то там включить компьютер, что-то поделать. Вообще не до этого. Я, бывает, включаю, да, но чисто потому, что мне нужно что-то найти. Вот, или там мама попросила какой-то документ распечатать, и все, я никуда не лазила, я почту не проверяла уже неделю. У меня там висят опросы, за которые мне деньги присылают, и я не могу их пройти, потому что просто мне не до этого. Я не могу, я так устаю, что мне вообще не до каких, не то что опросы, вообще включать компьютер не хочется. Вот, и... Так что, кто мои любимые блогеры, да, друзья, подружки, если вдруг я вас не посмотрела, не прокомментировала, не обижайтесь, я потом как-нибудь обязательно посмотрю и все прокомментирую попозже, когда будет время. Вот, и я сегодня просто монтировала 2 видео на грядущую неделю. То есть, как вы видели, у нас сегодня 27 уже утро. Я еще планирую пару часиков поспать. Вот, потому что воскресенье мне нужно, то есть уже сегодня воскресенье, мне нужно еще снять несколько роликов, потому что в субботу я так и, в принципе, у меня не срослось. Вот, и буду снимать сегодня. Вот, в субботу я чисто монтировала, монтировала долго, нудно и, как вы понимаете, практически до утра. Вот, даже то, что до утра уже солнце встает. Вот, и комары тут вьются вокруг меня. Не знаю, о чем я говорю, я плохо соображаю, как вы понимаете, торможу и вообще... О чем я говорила, на чем остановилась. В общем, в воскресенье я буду снимать, поэтому когда буду монтировать эти отснятые видео, не знаю, наверное, на следующей неделе. Хотя надо... Нет, на следующей неделе не успеется. Наверное, буду завтра же и монтировать, потому что на следующей неделе просто будет некогда. Вот. И что еще хотела сказать. Этот влог выйдет через неделю, потому что это сборное видео, которое я снимаю на протяжении уже 2 недели, просто потому что некогда. Вот. Ну, надеюсь, что моя... ранняя болтовня не вас
как это называется, не утомила, да, все, я уже под утро абсолютно не соображаю, вот, и прежде чем окончательно уплыть в царство Морфея, уже 5 минут было более, мне еще нужно добавить небольшой пост в Инстаграм. Я взяла планшет, и все, и потом я отрубаюсь и спать. Вот, и не знаю, еще, наверное, на этой неделе что-нибудь поснимаю, просто чтобы не было слишком болтологическим видео о влоге. Да, вернее, влог. Ну, в общем, вы поняли. Ладно, все, с вами прощаюсь. Спокойной ночи или доброе утро, кто только встает, а я уже ложусь, так что спокойной ночи. Друзья, всем привет. У нас новый день, уже воскресенье, собственно. Я бодрячком. Встала где-то в районе 10, наверное. Ну, более-менее бодрячком. По крайней мере, соображаю. Уже сбегала в магазин. Хотела вам показать. Я уже кое-что убрала. Взяла, в общем, чай вот такой вот, мой любимый. Я просто от него тащусь. Взяла 3 пачки, потому что он периодически исчезает, и в продаже его нету. Поэтому, когда вижу, беру побольше. Брала в Магните. Он подорожал на 6 рублей. Был по 38,50, теперь по 45,50. Даже, наверное, на 7 рублей. В общем, я с утра, сами понимаете, плохо соображаю. Увидела совсем неполезный продукт, но увидела новинку, решила взять попробовать. Вот такой напиток, слабоалкогольный, типа пивного напитка. Вот, из новинок еще взяла вот такой паштет из тунца, тоже увидела, с черным перцем. Производство здесь написано Таиланд. Вот. Цена, кстати, в этом самом Магните все брала. Дурят по-страшному. На него цена стояла 49. На кассе мне пробили почти 54 рубля. Так что вот так вот. Еще, так как я сейчас работаю, и, в принципе, обеды первую неделю я готовила сама, но поняла, что я не успеваю, потому что в пятницу я не успела ничего приготовить. В итоге осталась голодной и набрала себе перекусов. Значит, обеды я заказываю теперь там, в столовой. Там все готовят, просто выбираешь, что тебе хочется, и все. И, в общем, я себе набрала на перекусы вот такой микс из кокос, папайя, миндаль и какая-то канталупа. Первый раз такой попробую. Прочитала, что это вроде какая-то дыня. Здесь написано тайская дыня. Вот. Дорогой, кстати, наборчик. Здесь всего 130 грамм, а стоил почти 100 рублей. В то время как российского производства такие наборы, там идут 300 грамм, там за 70 рублей. Но там и качество, конечно, другое. Вот, и в общем набрала еще разных батончиков. Это, знаете, когда вот уже пообедаешь, у нас обед рано, в 12 где-то, и потом сидишь, короче, и не знаешь, что тебе делать, потому что хочется есть. В общем, взяла такие небольшие батончики на перекус. Вот, также на перекус взяла абрикосы, были по акции в Dixie, по-моему, 50% на них скидка. Но, учитывая, что здесь 150 грамм, в Магните такие стоят по 150, по-моему, даже по 159. А в Dixie были 69. Вот. И еще взяла хлеб тоже. А в Dixie тоже, можно сказать, на кассе обнаружила, что цена на него совсем другая. То есть стояла цена 39, а на кассе мне пробили почти 50.
там даже больше, по-моему, 52. В общем, дурят по-страшному. Хотя ценник стоял на него совсем с другой ценой. Ну, типа, знаете как, не успели поменять, там начинается вот это вот. Но я не стала ругаться, знаете, там насчет прав потребителя. Просто не хотелось нервы трепать. Вот, в общем, вот такие у меня новинки. Из вредного только чипсы взяла, но это к пивному напитку. Вот, а так начинаем, стараемся правильно питаться. И, не знаю, если будет получаться, буду снимать вам, что я ем на работе. Но эти фотки, соответственно, появятся в Инстаграме. Так что подписывайтесь, кто не подписан. Ссылочка всегда есть в описании под видео. Если будет возможность, добавлю и на видео тоже. Ну, вот такие у меня скромные полезные покупки. И только увидимся в следующих видео. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, мне будет приятно. И пока-пока!